Я рад вас сегодня приветствовать, дорогие мои друзья. Как видите, империя пазлов и война. Да, мы сегодня будем воевать с вами. Я покажу моновойну. Один цвет. Вот и наш альянс. Сегодня играем против греков. Я так понимаю. 6 у меня ударов. Сейчас посмотрим, с кого мы начнем. С кого начать. Так, желтенькими будем. Нет, Вика у меня слабенькая. В моновойне главное, чтобы камень все-таки шел. Камень все-таки шел, так как все-таки и моя команда в ряд слабее тех, против кого я дерусь. Блин. Хоть бы хватило. Отлично. А, здесь атака. Слава богу, не восстановление жизни. О! Да что ж такое? Не туда. Так, минус. Теорию мы напоследочек оставим. Нам нужно полностью, чтобы все герои были с суперударом. А у меня нифига нету. Желтого вообще нету камня. Так. Все равно. Ну дай. Нормально. Все, Джун убил. Да, первый готов. 1-0, готово. Три 400. Нет, 4000 я в принципе не рискну бить. Давайте попробуем вот этого, 3600. У него два синих. Красный, зеленый, синий. Значит, зелеными надо бить. Правильно? Красный, зеленый, потом синий идет. Синий, да, зелеными надо его. Урон будет больше. Вот так вот. Ну, не факт. Не факт все это. Да что ж такое? Во, мне сейчас с камнями не везет. Вот-вот, хорошо, Лианка.
Фу, так, уже полегче. Что нам делать? Что нам тут можно сделать? А нам не везет. Просто не везет. Да это издевательство. Вообще камень не пошел. Просто. Да, вы еще ударьте. Да, это, ребята, на добив осталось. Не прокатило. Просто не прокатило. Ладненько. Или я себе на добив оставил. Шестым ударом. Синенькие. Смотрите, 3200. В основном у меня все команды по 3200. Ох, чтоб вас. Да, да, дало. Что-то дало. Бессмысленно было, да. Да, бейте, бейте. С синими мне-то попроще. Зараза. Просто зараза. Еще и промах, да? Стоит. Да чтоб вас. Ты будешь бить? Вот с этим и справились. Слава богу, справились. Он был сколько? 3400. Так. Третья команда. Красная. Третья? Не, уже четвертая команда. Да, четвертая команда пошла. Красные. Эленка мне еще не полностью прокачана. Не полностью. Попробуем так вот сделать.
Да что ж, что ж, чё ж? Вот сейчас шикарно. Тут вопрос, в какую сторону лучше бить. Но красных нет. Абсолютно нет красных. А, ну все. Вообще шикарненько. Так, а какой же у меня отряд остался? Два фиолетовых осталось. Но это слабые у меня отряды. Надо что-то послабее выбрать. Чего-то послабее. Ну давай вот это. Сартанов. Киприот. Наверное, вот так вот сделаем. Да, давайте так сделаем. И второй фиолет я оставлю на добив. Ё-моё. Ох, ё-моё, как не фартануло. Да просто не фартануло. Ну что ж такое? Пусть это делает он. Теперь наша очередь. И да. Заморозку маны сделаем. У меня атакующих нету фиолетовых. Нет атакующих, в том-то и дело. Не все, которых нет в других цветах, но атакующие. Победу. Так, что ж там я? О, как. Очень аж удивительно. Есть совсем где-нибудь сладенький. Нет, совсем сладеньких нету. Давайте мы уже моего добьем. Ну, вот таким макаром. Да. Так, с этим хорошо. Спору нет получилось. Ну, собственно, и все, да. Собственно, и все. Ну, в принципе, из 6-5. Нет, 4-4 более с победных.
А вот одного с клювом мне пришлось повозиться. Но в целом могу сказать, что очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Наша команда проигрывала. Сейчас после моих битв мы вырвались вперед. Ну, решайте сами, стоит в моноцвет играть или нет. Всем-всем пока, удачи. Главное, не болеть.